объяснить место романа Дюма в тексте Достоевского. Большинство исследователей, обращавшихся к теме роли упоминаемых Достоевским произведений, избирали для работы компаративистский подход, осуществляя его на уровне сопоставления образов героев и сюжетных поворотов. Например, Альтман в статье «Идиот» Достоевского и «Дама с камелиями» Дюма приводит подробный и точный ряд совпадений сюжетных коллизий двух романов. Целью такого сопоставления он полагает наглядную демонстрацию того, что появление французского романа просто не случайно. На приведенных нами сопоставлениях вновь иллюстрируется положение, что в грандиозном поэтическом хозяйстве Достоевского впрямь каждая лыка в строку, пишет исследователь. Сергей Акимович Кибальник отталкивается от уже проделанной Альтманом работы, также сравнивает два произведения, но уже с другим знаком, исследует расхождение в сюжетных линиях и образов героев, чтобы тем самым выявить как бы причину, по которой Достоевский ввел этот текст. Исследователь приходит к выводу о том, что Достоевский из сентиментальной и малоправдоподобной истории создает трагическое повествование о надломленной женщине, бросая вызов обществу. В отношении мадам Бовари исследователи придерживались той же стратегии. Так, Наталья Чернова в статье «Последняя книга» Настасьи Филипповны «Случайность или знак» показывает и места схождения и расхождения текстов, однако в конкретике в выводах исследователь избегает. На другой уровень поднимает свое исследование «Скелетом наружу. Система интертекстов как структура произведения вне его» Ольга Мейерсон, формулируя теоретические основания осуществляемой ею работы. Исследовательница отмечает, что зачастую композиции романов Достоевского производят впечатление разваливающихся конструкций. Такое их восприятие возможно, как нам не видна конструкция, вся конструкция в целом, возводимая писателем. Частью невидимой конструкции могут выступать тексты других авторов, в диалог с которыми вступает Достоевский. Чтобы восстановить целостную конструкцию, исследователь должен установить, с кем и о чем беседует автор. Ольга Мейерсон описывает предполагаемый ответ Достоевского Дюма, который, по ее мнению, заключается в характере психологической реакции Настасьи Филипповны при столкновении с упоминанием французского романа. Цитат. «Такое впечатление, как будто Достоевский развивает дальнейший сюжет, руководствуясь законом болевой реакции своей героини. То, что она с тоской предчувствует и станет определяющим моментом закономерного для автора развития ее характера». А взаимодействие Достоевского с вводимым в пространство своих текстов произведениями других авторов не как о диалоге на уровне психологических реакций героев, но как о соприкосновении универсумов, пишет Татьяна Александровна Касаткина. Достоевский – могучий интерпретатор, и часто очевидные для него смыслы цитируемых текстов оказываются неочевидными для читателей и исследователей. Цитата у него всегда является отсылкой к иному универсуму, своеобразным входом в определенное художественное идеологическое пространство, в пространство цитируемого текста. Причем смысловые параметры этого пространства интерпретируются Достоевским столь глубоко, что читатель слишком часто так и остается лишь при входе, не решая следовать за автором в бездонную глубину, открываемую ему в цитируемом тексте. Привлекая в свое произведение некий текст, Достоевский вступает с ним в диалог не на уровне сюжетных коллизий, не на психологическом уровне. Более того, его ответ никогда не сводится к одухотворению, переосмысляемому персонажа, к чему зачастую сводили исследователи те действия, которые проделывает писатель с произведениями других авторов, начиная еще с его перевода Евгения Гранде. Достоевский всегда говорит на уровне онтологических оснований мира, описываемых выбранным им автором. Если в случае с Пушкиным можно говорить о разговоре двух сомышленников, то в случае с Дюма это наглядная демонстрация катастрофических последствий, неизбежно наступающих в случае принятия предлагаемого французским романистом взгляда на человека и его жизненную задачу, которую он положил в основу «Дамы с камелиями». Таким образом, обращаясь к исследованию упоминаемых Достоевским произведений, мы прежде всего должны провести их целостный анализ, причем с целью выявления мировоззренческих установок автора. То есть хотя бы попытаться прочитать эти тексты так, как их мог бы читать Достоевский, причем, безусловно, на том языке, на котором он их читал. Дюма в какой-то степени облегчил читателям путь к пониманию центральной темы «Дамы с камелиями», подробно и прямо описав ее на нескольких страницах в начале повествования. Напомню, что рассказчик попадает на аукцион, проводимый после смерти знакомой ему Маргариты Готье. Там он приобретает книгу «Манон Леско», в которой обнаруживает посвящение «Манон Маргарите. Смирение» и подпись дарителя Арман Дюваль.
Это наталкивает рассказчика на череду размышлений о судьбах таких девушек, как Манон и Маргарита, к которым он всегда относился со снисхождением, а переставив книгу с пометками Готье, даже почувствовал любовь. Приведу несколько цитат, они достаточно будут объемны, но это все равно будет не все, из вот этих как раз общих рассуждений, чтобы обрисовать мировидение, с которым вступает в разговор Достоевский посредством своего романа. «Бедные создания. Если любить их ошибка, то как минимум мы можем их жалеть. Вы жалеете слепцов, которые никогда не видели дневного света, там и дальше глухих, немых, в общем, всех убогих. Из-за липового предлога в виде чувства стыдливости вы не хотите пожалеть слепоту сердца, немоту души, глухоту совести, которые делают несчастную страдалицу сумасшедшей и помимо ее воли не способной видеть добро, слышать Бога и говорить на чистом языке любви и веры. Я убежден в одном. Для женщин, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приведут ее к нему – путь страданий и путь любви. Те, кто встречает этих путниц, должны их поддержать и сказать всем, что они их встретили, или бы сказав об этом, они другим указывают путь. Христианство тут как тут с его прекрасной притчей о блудном сыне, чтобы нам посоветовать снисхождение и прощение. Иисус был полон любви к этим душам, израненным человеческими страстями, чьи раны он любил залечивать состраданием, которое должно было исцелить их от самих ран. Таким образом он говорил Магдалине: «Тебе многое будет прощено, потому что ты много любила». Возвышенное прощение, которое должно было пробудить возвышенную веру. Почему мы должны быть более жестокими, чем Христос? Я обращаюсь к моему поколению, к тем, для кого, к счастью, теория Вольтера больше не существует, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Время апостолов вернулось. У нас есть миссионеры в Индии, которые обучают и живут, и умирают, как ученики Христа и как сам Христос. Наука о добре и зле навсегда усвоена. Вера вновь возрождается, к нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели, и все сильные воли заражены одним желанием – будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло не более, чем суета. Не будем презирать женщину, которая не является ни матерью, ни сестрой, ни дочерью, ни женой. Не будем ограничивать уважение семьей, снисхождение эгоизма. Небо больше радуется одному раскаявшемуся грешнику, чем 100 праведникам, которые никогда не согрешили. Постараемся же порадовать небо. Будем раздавать на своем пути милостыню нашего прощения тем, кого погубили земные страсти. И как говорят некоторые женщины, когда они предлагают лекарство собственного изобретения, если это не поможет, то во всяком случае не повредит. Дюма призывает жалеть женщин, подобных Маргарите, и приравнивает это действие к действию Христа, полагая их буквально идентичными. При этом он не замечает, что, цитируя Евангелие, с точностью наоборот переворачивает причинно-следственную связь, устанавливаемую Христом, говоря, что возвышенное прощение должно пробудить возвышенную веру. Христос в упомянутом фрагменте говорит прямо противоположное. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». То есть для Христа важно первоначальное самостоятельное движение самого человека. Для Дюма важен красивый жест в данной ситуации власть имеющих. Важно отметить, что слова о спасении веры Христос обращает к женщине. Фразу же о любви, приводимую Дюма, Спаситель обращает к Симону. В качестве объяснения этой фразы он предваряет ее описанием того, сколько эта женщина сделала для Христа. Она омыла его ноги, целовала их, масливала благовониями, в сравнении с Симоном, который ничего не сделал. Таким образом, много возлюбила она Бога, сидящего перед ней. Эта фраза, будучи вырвана из евангельского контекста и помещенная в новый, предполагает, что куртизанка возлюбила много вовсе не Христа, а мужчин, на чем будет настаивать и Федор Павлович, братья Карамазов. Следуя логике Дюма, путь женщины в качестве куртизанки не был ошибкой, и именно его наличие позволяет претендовать на оправдание снисхождения. Следующим шагом в этой логике будет необходимость продолжать пользоваться услугами таких женщин, не забывая дарить свое снисхождение и настаивать на их на путь истины. Таким даром снисхождения, по мнению писателя Дюма, награждали куртизанок, мыслителей, поэтов всех времен. Дюма напоминает Гюго, Мюссе и себя. Самым же высоким из возможных вариантов поведения мужчины оказывается акт реабилитации женщин посредством любви или даже возвращения их социальных прав. Цитата. «И иногда, — пишет романист, — великий человек реабилитировал их своей любовью и даже своим именем».
Снисходительное отношение Дюма к падшим женщинам, уподобление их слепым и глухим, сращивает их личность со грехом. Грех оказывается качеством человека, не зависящим от него и не поддающимся воздействию. Единственное, что с ним можно сделать, по Дюма, это прикрыть его расположением или даже именем мужчины. Осуществленный таким образом акт соединения с мужчиной, Дюма приравнивает раскаянию блудниц Евангелия. Перерождение Манон, осуществленное через любовь, столь же прекрасно, как и перерождение Магдалины через веру. Достоевский же показывает, что предлагаемый Дюма путь снисхождения, то есть прикрывание, но не искупление греха, ведет к духовной гибели человека. То, каким образом Достоевский показывает этот гибельный путь, было выведено проницательными исследователями, даже без учетов текста французского романа. Так, мышкинское отрицание греха Левина определяет как центральную точку трагедии Настасьи Филипповны. В статье «Не кающейся Магдалины» или «Почему князь Мышкин не мог спасти Настасью Филипповну» исследовательница пишет: «Не обладая данной от Бога властью отпускать грехи, Мышкин предлагает оправдание от себя лично, от своего собственного имени. Строго говоря, даже не прощает, а просто отрицает сам факт греха. Именно к этому сводится все, что он говорит на именинах Настасьи Филипповны, воздвигая тем самым почти непреодолимую преграду между нею и ее единственным шансом, единственным возможным выходом из всех духовных и нравственных проблем, единственным реальным исцелением внутренней боли через покаяние. Ведь если нет греха, то и каяться вроде бы не в чем». То есть фактически Мышкин выдает индульгенцию на будущее, а следовательно несет и свою долю ответственности за катастрофическое развитие дальнейших событий. То есть он выступает как прекрасный человек, как во французском «Хан-Ом», который реабилитирует женщину, но тем самым ничем не отличается от Тоцкого и всех остальных, которые гуманно не видят греха. Достоевский показывает категорическую недостаточность сострадания для исцеления ран. Разводит сведенные Дюма воедино действия такого реабилитатора и Христа. А именно, как я в той цитате, которую я приводила, Дюма ровно и говорит, что состраданием лечил Христос. Несмотря на утверждение о возвращении апостольских времен, Дюма игнорирует божественную природу Христа. Так он сравнивает покаяние одной из куртизанок, которая, по мнению романиста, искупает ошибки всех остальных подобных женщин, со смертью Христа, взявшего на себя грехи мира. Можно сказать, что у него, как и у Достоевского, все Христы, но только если Христос был бы просто человеком. Достоевский же предлагает не опустить Христа до своего уровня, но человеку подняться на уровень Христа. Христос тот, кто вносит в жизнь совершенно иные основания, тем самым открывая иные возможности для человека, которые оказываются ему недоступны, если Бога нет. Вот как об этом пишет Татьяна Александровна Касаткина. «Если провозгласивший достоинство человека и его богосыновство не мог дать ничего, кроме сострадания, Новый Завет должен был походить на роман «Идиот», а вовсе не на книгу Ренана. Вернее, не было бы никакого Нового Завета, ибо не из чего было бы возникнуть христианство. Видно, чем бы обернулись для Христа все исцеленные им больные, все прощенные грешницы. Первых, ему бы пришлось таскать на себе, а вторых не прощать, тем воскрешая, но реабилитировать». Татьяна Александровна отмечала, что в «Черновиках к идиоту» Достоевский многократно употребляет именно слово «реабилите» на французском языке. Ей пришлось доказывать в ответ на несогласие коллег, что использованное Достоевским слово означает восстановление в правах, оправдание, а не духовный термин, обозначающий восстановление поврежденной грехом природы человека, как предлагал Бочаров. Если мы читали Дюма в оригинале, то такая трактовка Касаткина не вызывает никаких сомнений. То, что Достоевский, используя это слово, имел в виду именно роман Дюма, с наибольшей очевидностью обнаруживается в цитате, представляющей буквальный пересказ фразы французского романиста из «Черновиков». Н.Ф. говорит после обеда выступления князю: «Если ты меня реабилитировал, говорил, что я без греха, то и женись». О том же, что это крах, видно вот из этой цитаты. Н.Ф. невеста. Сцены с князем полной реабилитации и полного падения. А то, что за полной реабилитацией следует полное падение, очень емко вложено уже в самом романе в выкрики толпы, приветствующей невесту Настасью Филипповну. Также становится ясен характер этого падения. Ей кричат: «Венцом все прикрывается, дураки! Нет, вы найдите-ка такую красавицу! Ура!» – кричали ближайшие. «Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал!» – закричал какой-то канцелярист. «Ценою жизни ночь мою!» Как уже было отмечено, трагедия Настасьи Филипповны состоит в том, что никто не признает ужаса, совершенного с ней, и не видит в этом греха.
И даже находится Гран-Ом в лице Мышкина, готовый прикрыть ее своим именем, о чем ей и напоминает в толпе. Венцом все прикрывается. Однако же, несмотря на отрицание факта греха, он остается. Прости, опять, как пишет Татьяна Александровна. Потеря целомудрия, телесный... У меня еще есть время или я уже... Да, есть. Да? Потеря целомудрия, телесной и духовной целостности и самостояние, пребывание вещи для услаждения другого человека, безлюбовное соединение лишь подчеркивающее отдельность и обособление, все это такая душевная травма, которая, перекрывая связь человека с Богом, в то же время оставляет как бы рану, дыру в самом человеческом теле, дыру, через которую уходят силы, дарованные человеку божественной любовью, и которые нельзя возобновить в силу прерванности грехом общения с Богом, Господом. Именно поэтому обычным следствием такой травмы становится распутство, попытка иными путями от людей подпитаться, развращение, пожирание других. Татьяна Александровна пишет это в работе, посвященной анализу цитаты из «Египетских ночей в Идиоте», которые выкрикивают в толпе, с опорой на высказывание, на анализ самого Достоевского «Египетских ночей». Вот что он пишет о том пространстве пушкинского произведения. «Уже утрачена всякая вера. Надежда кажется одним бесполезным обманом. Мысль тускнеет и исчезает. Божественный огонь оставил ее. Общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего. Надо требовать всего у настоящего. Надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело. Все бросается в телесный разврат. И чтобы пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает». Таким образом, Достоевский буквально через эти выкрики толпы показывает, как стратегия, предложенная Дюма, прикрыть, реабилитировать грешницу, прикрыть грех, приводит к утрате даже надежды на восстановление общения с Господом. То есть запирает женщину в пространстве египетских ночей. В заключение я скажу несколько слов о том, каким образом роман Дюма введен Достоевским в композицию романа «Идиот». Настасья Филипповна его не читает и не говорит о нем. О нем говорит Тоцкий. Он представлен, можно сказать, как идеолог романа Дюма, не замечая, что в своем же рассказе Менон обманом рвет кровавые красные камелии. В романе Дюма женщина покорно соглашается на отведенную ей роль облагодетельственной женщины. Арман дарит книгу Манон Леско, а рассказчик комментирует, что Манон – бабушка по ремеслу Маргариты. Он же подчеркивает, что Маргарита, очевидно, приняла такое высказывание Армана, так как в книге остались ее пометки. Настасья Филипповна же возвращает метафорическую книгу Тоцкому, называя его «Месье о камелия», то есть показывая, кто здесь на самом деле в ремесле. И свою последнюю книгу, в отличие от Маргариты, она выбирает сама. А почему? Мы узнаем в следующий раз. Спасибо. Пожалуйста, есть ли вопросы к Татьяне Георгиевне? Можно я? Да, пожалуйста. Вопросов нет, но мне кажется, занятием в рассказе «Русь» в более концентрированной форме берет эти же смыслы, потому что грех не искупленный, он приводит к разрушению Руси. Вот рассказ «Русь» на небольшом количестве страниц показывает ту же самую коллизию, потому что те же черные цыганские глаза Рогозина, которые она все время видит, да, вот в толпе, когда у нее крадет. И там Марфу соблазняет такой же черный цыганский глаз, и опять же грех не наказуем. Опять тяжелый медный колокольный звон, и все уходит в хтоническую Русь. Понимаете, вот что-то в этом есть. Спасибо. Я бы хотела в связи с этим сказать одну важную вещь. Вы сказали, грех не наказуем, это очень часто использование словосочетания. Грех, в принципе, не может быть наказуем, во всяком случае, вот в человеческой плоскости. Грех может быть искупляем, да. А преступление наказуем. Все правильно, все правильно. Да, это вопрос очень, слова употребления, да, спасибо. Нужно очень различать. Да, спасибо вам. Еще можно? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, для кого бы рекомендовали вот свое исследование из этого проекта?
для всех, кто хочет читать, для всех, кто читает Достоевского и хочет понимать, только о чем. Достоевского или Дюма? Вы знаете, если вы взяли «Идиота» читать, то, наверное, вы в любом случае, ну, есть смысл прочесть Дюма. Поэтому... Кто не читал Дюма, «Идиота» не читает. Вот. Стоит ли его читать тем, кто читает Дюма? Почему нет? Может, тем в театре, кто ставит эти спектакли, или это чисто такое исследование? А вы мне можете пояснить, как, почему, в чем суть вашего вопроса? То есть почему, я думаю, что не надо пояснять. Да. Я думаю, что если нет больше вопросов, то мы здесь закончим. Спасибо. Да, если можно, положите, просто скажите свой телефон на запись, потому что я это должна сейчас взять. Так.